Приветствую всех. Я ученик школы Влада и Веры, школы регрессивного гипноза VP2. Хотел бы поделиться своими впечатлениями о этой школе. Если начать немножко с предыстории, то, естественно, очень много информации искалось до того, как я встретился с Владом и с Верой. И везде как бы очень много воды, очень много теории, практики практически никакой. И вот мне посчастливилось один раз в Ютубе просто попасть на канал Влада и Веры. И с тех пор эти знания, эта методика откликнулась во мне. И Влад с Верой и почистили меня, и встречались с кураторами, с высшим я. И когда я узнал, что ребята открывают свою школу, естественно, я хотел быть в числе первого потока, открывается эта школа, и хотелось быть именно почему-то в первом потоке этой школы. Что я вам могу сказать про знания? Отличные знания, уникальные знания я больше нигде никогда не встречал и не видел. Тем более сейчас, после прохождения обучения в школе, я могу утверждать со 100% уверенностью, что ничего нигде никогда раньше такого я не видел. Обучение довольно интенсивное, плотное, очень много практики, чем, наверное, эта школа и отличается от многих других. Теория, 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 никакой практики. Здесь, да, есть начитка теории, и все остальное практика. Вся остальная работа – это практика. Влад с Верой – шикарные преподаватели, которые вложили в эту школу не только свои знания, не только какие-то усилия, но еще и вложили частичку своей души, потому что мы до сих пор, первый поток закончился, и мы до сих пор на связи, то есть связь у нас не прервалась с учителями. В любой момент мы можем списаться, попросить помощи, попросить совета, и всегда получаем обратный ответ, отзыв, совет или помощь. Для тех, кто хочет тоже поучиться в этой школе, выучиться на гипнолога или слипера, могу дать только совет, что эти знания – это не праздное любопытство, это не… В общем, после обучения ваша жизнь уже не сможет стать прежней. Я все время вспоминаю слова Веры, что когда Вера говорит, что говорит, каждое погружение, каждый сеанс – это что-то уникальное. Ты никогда не знаешь, что ты ждешь дальше, что у тебя, кого ты встретишь, что будет в этом сеансе. Это как, с одной стороны, приключение, с другой стороны, это чистое творчество, с третьей – ты помогаешь людям. Что еще по поводу школы? У школы есть куратор с уровня архангелов. То есть за нами наблюдают, нам помогают, мы под присмотром не только со стороны учителей Влада и Веры, но еще и с уровня архангелов со стороны светлых сил. И, кстати, это еще то, чем уникальна эта школа. Никогда нигде я не слышал про какие-то поддержки светлых сил и так далее. Во время обучения, естественно, мы и виделись, и встречались, и с кураторами, и то есть полное подтверждение тому, о чем Влад с Верой говорят, рассказывают и чему нас учат. Погружаясь, это практики, после всего увиденного, после погружения, я не знаю, после обучения уже просто невозможно вернуться обратно и жить старая жизнь. Еще один совет для тех, кто хочет пойти учиться, это, опять же, не должно быть праздного любопытства. Здесь это уникальные знания, и также они требуют определенной ответственности. Ответственность велика перед собой, надо постоянно развиваться, надо постоянно работать над собой, ответственность перед людьми, которых мы чистим, ну и ответственность, естественно, перед высшими силами, которые за нами наблюдают, и наша работа, и эти занятия должны быть корректными, этичными,
и так далее, все в этом роде. Что еще хотелось бы добавить? Рекомендую. Те, кто хочет изменить свою жизнь, те, кто хочет помогать людям, вступить, так сказать, в братство воинов света. Влад с Верой не набирают большие группы, в этом заключается и фишка данной школы. Все группы, все ученики, все потоки, которые будут проходить, по идее, должны стать одной большой командой, которая работает друг с другом и помогает дальше людям просыпаться, лечить и освобождать их от интерференции. В заключение хочу поблагодарить еще раз Влада с Верой за шикарные знания, за преподавание, за поддержку, за все. И передать им свою энергию благодарности. И просто сказать, что лично для меня Влад с Верой останутся как учителями, так и наставниками, наверное, до конца жизни. Всем всего доброго, всех благ!